Thank you very much for the invitation to visit you here in Kazan today. В Казанский федеральный с визитом прибыл посол Великобритании господин Лауренс Стэнли Чарльз Бристоу. Уже в начале своей речи посол призвал к открытому диалогу Великобритании и России, несмотря на существующую сложную политическую ситуацию. Вместе с господином Лауренсом Стэнли в Казань прибыли представители 27 компаний Великобритании для развития взаимодействия в сфере культуры, бизнеса и образования. Я приехал в ваш город, потому что Казань – это столица образования, спорта, столица инноваций и бизнеса. Этот регион постоянно занимает самые высокие положения в таблице инвестиций России. По словам посла, Министерство иностранных дел Великобритании выразило желание сотрудничества с Россией, так как в плане образования Россия развивается глобальнее и шире. Как признался Лауренс Стэнли, встреча со студентами Казанского федерального очень важна, ведь университет сейчас – это связь между знанием настоящего и шагом развития будущего. Анастасия Иванова, Руслан Уразаев, Универньюз.